Всероссийский конкурс «Лучший пожарный 2021» стартовал в Магадане. Он проводится ежегодно уже в 10-й раз по 5 номинациям. Участники состязания – пожарные и спасатели в возрасте не менее 21 года, со стажем работы не менее 3 лет. На первом этапе конкурсанты сдадут теорию и покажут свою физическую подготовку. Мероприятие организовано Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, отдельными федеральными органами исполнительной власти и объединениями работодателей и профсоюзов. На звание лучшего пожарного в Магаданской области претендует 6 участников. Это профессионалы, пожарные личного состава специализированной пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы, Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Магаданской области. И работают в этой профессии более 3 лет, а некоторые более 9. Этот конкурс направлен прежде всего не только для того, чтобы выявить лучшего по профессии, но и для того, чтобы поднять престиж профессии, привлечь молодых людей, которые пока еще не определились с выбором своего жизненного пути. Профессия очень достойная, и хотелось бы видеть молодых людей, которые бы желали работать в ней. Для участия в конкурсе выбирали самых достойных ребят. Победители получат дипломы и денежные призы. За первое место 75 тысяч рублей, за второе 50, за третье 25 тысяч рублей. Победитель регионального этапа конкурса номинируется на участие в федеральном этапе. Он состоится в Рязани в дистанционно-очном формате в августе этого года.